Анонс и точка выхода 56-й серии турецкого сериала «Невеста». 56-я серия сериала выйдет в эфир 9 октября. Ранее в сериале мы увидели, как Дарья будет Джемиля, бросая в него подушку. Мужчина в шоке от ее поступков и искренне не понимает, что она делает. Женщина лишь саркастично просит у него прощения. Джихан смотрит на еще спящую Ханчер и рассуждает, что ем не хочется, чтобы этот момент заканчивался. Он хочет, чтобы они с Ханчер проводили время только вдвоем, подальше от всех и суеты. Он подготавливает для девушки сюрприз в виде завтрака на берегу моря. Ханчер очень счастлива от этого. Ей нравится такой подарок. Джихан говорит, что хотел сделать первый день их совместной жизни особенным. На Джихана готовится покушение. Когда узнает, что он проводит время с женой, то принимает решение убить обоих. 56-я серия сериала выйдет в эфир 9 октября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.